Новый год же скоро. Ну. Мы с тобой будем как-то наряжаться на Новый год? Конечно. Я Шреком буду. О, нифига себе, прикольно. А ты что, маску уже купил? Да еще и пока не покупал, так в магазине присмотрел здесь. А-а-а. Слушай, а я тогда, знаешь, я тогда красавицей буду. Что, маску купила? Ты, блин, офигел, что ли, вообще? Слушай, может, хватит есть-то уже, а? Ты посмотри, как ты поправился. Ты чего, зима? Зимой все поправляются. Я зимой всегда поправляюсь. Ты что, обалдел? 12 декабря только. А что это, по-твоему, не зима? Ты нормальный, а? С колбасой в постели сидит. Так ты же мне сама говорила, что в нашей постели нет никаких запретов. Но я же не это имела в виду. Наташа, тебе не понять. То с печеньками нельзя, то с пельменями нельзя. Теперь и с колбасой нельзя. А что тут, все можно это-то? Откуда ты вылез-то, гад? Откуда? Слушай, может быть, хватит играть, а? Наряди елку хотя бы, пожалуйста. Как так-то? Сейчас сделаю. Это что такое? А что ты хотела? Какой год такая елка? Может, в ролевушечку? Давай. Кем ты хочешь, я стал? Я хочу, чтобы ты стал мужем на час. Не вопрос. Давай. Хозяйка, вызывали? Чего случилось? Ой, а вы знаете, у меня кран на кухне течет. Сейчас сделаем. Ну все, течь устранил. Теперь мы можем... Ой, знаете, у меня еще розетка искрит в комнате. Сейчас сделаем. Ага. Ну все, готово. Может быть, я зажгем... Я забыла, у меня еще вот машинку надо стиральную посмотреть. Ну все, отжимает. Ой, спасибо большое. Выключатель у меня еще очень плохо работает на кухне. Все готово. Ой, а вы знаете, у меня же еще кровать в комнате скрипит. Может быть, вы заодно и посмотрите? Да иди! Наигрался уже. Ну, хоть починил все. Что на ужин-то? Холодец будешь? Вчера же ели его. Что, каждый день одно и то же есть? Я не буду холодец, Наташа. Хорошо, а суп? Давай суп вот тогда. Ну, суп так суп. Ну как? Вкусный суп. А то все холодец да холодец свой. Сделай-ка мне чай, а? Нифига ты молодец! А почему я это все время делаю? Ты-то мне сделай хоть раз! Что начинается-то? Хорошо, давай так. Сначала ты мне сделаешь чай, а потом я тебе сделаю. Давай. На, чай. Ой, я не хочу уже, пей сам. Как хочешь. Ну вот и сделал себе чай, чё ты? Ну ты лиса. Чё, такой за футбола расстроился, что ли? Да ну, вот только представь, 22 игрока на поле, 2 тренера, 10 запасных игроков, 1 арбитр, 2 боковых судей, 6 операторов. Трое работников телевидения, 50 футбольных журналистов, порядка 80 тысяч зрителей. И этот, сука, голубь насрал именно на меня. Ты зачем мне поставила Ленинград на звонок? Они с матами поют. Меня вся маршрутка засмеяла сегодня. Зачем так делать, Наташа? Ну я же только на себя поставила. Да какая разница, отражу-то надо мной. Потому что нефиг от меня трубку не брать, понятно? Зато теперь ты очень быстро мне отвечаешь. Удали от все оттуда. Что ты тут делаешь? Считаю. Что ты считаешь? Ну вот смотри, в этом году я прошел 3286 километров. За это время у меня выпито 128 литров водки. Получается мой расход 3,9 литра на 100 километров. Это превышает норму. В том году было 3,4. Надо косметики поменять.